Здравствуйте, в этом видео я не буду подробно рассказывать о парфюме, но хочу сравнить какую-то парфюмерию или туалетные водички, как они мне понравились и как по стойкости. Это лично мое мнение, вот такой вот мне захотелось сделать эксперимент с духами, которые у меня есть. И у меня здесь представлено три марки, также еще я, возможно, вспомню, какие у меня еще были. Сюда же их, может быть, отнесу, но скажу о них, не показывая. Это Avon, и Froché, и Oriflame. И кому это интересно, то оставайтесь со мной. Начать я хочу с бюджетных водичек. У меня это будет представлено Miami Party из Avon. Двумя вот такими водичками из Froché и такой вот водичкой из Oriflame. Начать я хочу, конечно же, с их ценовой политики, да, что ли, с их цены. В общем, Miami Party сейчас стоит 200 рублей, вот эти водички стоят где-то 230 рублей, и вот эту я покупала за 299, то есть за 300. Сейчас она в каталоге стоит 260. То есть у всех у них низкая цена. Сразу скажу по аромату. Miami Party — это не мой аромат, я, к сожалению, его покупала без пробника, без всего. Мне он не подходит. Им пользуюсь я только летом в основном. Да, это не совсем мой аромат. По стойкости водичка средняя, она держится где-то часов так 5, может быть, это самое большое. По поводу вот этих водичек из Froché, они очень обе приятны. У меня это ежевика и манго. Ежевика мне больше нравится, ну и манго тоже сейчас хорошая, я уже к ней привыкла, манго и маракуйя. Они обе необычные, интересные ароматы, но держатся они вот у меня лично где-то в районе 3 часов. Поэтому я, конечно, только дома ими в основном пользуюсь, никуда не выходя, или, может быть, летом освежиться, да и эта водичка летняя. Вот эта последняя вода из Oriflame меня очень приятно удивила. По поводу ее цены. Цена средняя, но очень красивое оформление мне понравилось. И очень-очень приятный для меня аромат. Пахнет именно розой в смеси с каким-то восточным чем-то. То есть такой роза и... Что такое даже пряно? Мне понравилось. Наверное, на перец даже похоже. Эта вода, в отличие от этих трех, очень стойкая. У меня она держится где-то в районе 6-8 часов, а на одежде она остается и на следующий день, в отличие от этих. Поэтому из этих всех, в сравнении четырех водичек, я бы выбрала вот эту, которая у меня от Oriflame. Хотя у меня была еще не очень дорогая вода, наверное, вы знаете. Rock Angel. Вот ту воду я не могу посоветовать, она была обалденно, очень приятного аромата, моего любимого просто, сладкого, какого-то дерзкого, и сам флакончик был очень красивый, но она была совсем-совсем не стойкая, она у меня держалась вообще где-то час, наверное, или два, вот, поэтому ту воду Rock Angel я посоветовать не могу. Так, сейчас мы с вами переходим к средней ценовой категории, у меня здесь определено. Это у меня в основном здесь Avon, это Sleep Into Daring, Perceived You, Outspoken Fresh, вот еще Тризель маленькая у меня и Only Imagine. По порядку обо всех этих ароматах. Sleep Into Daring мне достался вообще буквально за копейки, можно сказать, очень дешево, за 349 рублей, за 350. Хотя в каталоге его обычная цена стандартная, это около 700 рублей. Очень приятный аромат. Для меня это зимний аромат. Стойкий, на одежде остается он и на следующий день. Сладкий такой, компотный. В общем, аромат держится хорошо. Perceived You. Ну, для меня это летний аромат, свежий, цветочный. Да, свежий, цветочно-морской даже. Им я в основном только летом пользуюсь. Тоже очень стойкий, тоже мне понравился. Вот такой вот Outspoken Fresh. У меня о нем есть отдельное видео. Очень долго я о нем говорить не буду. Это для меня тоже такой летний-весенний аромат. Он не очень стойкий, в отличие от этих двух ароматов. Он такой средний по стойкости, где-то, может быть, часа 4-5 он продержится. Иногда у меня, по-моему, даже меньше, может быть, и 3. В общем, по стойкости так, средний аромат, на самом деле. И для меня он почему-то тоже летний-весенний какой-то. Да. Даже здесь уже, по-моему, в крышечке. Да, поначалу первые нотки спирт, естественно.
Когда выветривается, неплохой такой тоже приятный аромат. Но хочу его сравнить с Outspoken, обычный, фиолетовый. Тот мне очень понравился, потому что он был и стойкий, и насыщенный более аромат. И подходил он и под любое время года, и, мне кажется, даже под любой возраст. Для меня тот аромат пах именно... Аромат был ежевики, черники, чего-то такого вкусного, цветочного, сладкого. Этот же нет. То есть он для меня немножко проигрывает на фоне обычного фиолетового. Хотя серебристый еще есть, я его совсем не люблю, у меня был пробник. Так, следующий аромат — это Тризель. У меня мини-версия, 10 мл. Скоро уже заканчивается. Это такой чисто цветочный аромат, конечно, он на любителя. Я себе так и не буду, не решусь, наверное, приобретать полноценную версию, потому что для меня он как-то на мне совсем не раскрывается. То есть одна нота вот как была, так и держится. Вот эта вот цветочность. Немножко потом она уходит, приглушается, но все вот это вот все то же самое. Поэтому полную версию я приобретать не буду. Хотя аромат этот очень, очень стойкий, и мне кажется, даже подойдет он под любой возраст. Теперь вот этот вот Only Imagine. Для сравнения. Вот он пахнет, по-моему, фиалки там были заявлены, и яблочко. Аромат на самом деле, да, такой. Тоже, кстати, первые нотки спирт. Ну вот я им попользовалась так прилично весной в основном. В общем, тоже неплохой аромат, но он, его единственная проблема, он очень надоедает. То есть я им могу пользоваться вместе с каким-то другим ароматом, но отдельно как бы долго его носить не могу. У меня на одежде он держится долго, на коже, наверное, часа 4-3, то есть средний такой тоже по стойкости. Такой весенний, летний, даже немножко можно осенью, но я как-то и не очень-то и хотела ему осенью пользоваться, в основном весной и летом. Так, из этих 5 ароматов, уж раз я их разделила так вот в средний ценовой сегмент, я, наверное... посоветовала бы, уж не знаю как, итога времени года, это Sleep Into Daring, который сейчас уже, по-моему, из каталогов снимается, к сожалению, и Perceived You, потому что, на мой взгляд, они более стойкие, более насыщенные, интересные и какие-то такие необычные, не очень такие уж свойственные для Avon, потому что эти три, в них все-таки что-то чувствуется такое, что да, это Avon. Действительно, его, ну, как бы не оригинальные ароматы для меня, что ли, хотя поначалу мне вот этот аромат Only Imagine очень нравился, но вот надоел как-то и очень быстро. Сейчас я буду снимать еще вторую часть. Если вам это интересно, оставайтесь со мной.